Второе, совершенно несложно заметить, что также получается пучок на любом проективном многообразии. Почему? Потому что, вообще говоря, если у меня есть топологическое пространство, да, покрытое тремя открытыми множествами, и на каждом из них задано по пучку, да, и на каждом пересечении задан изоморфизм пучков, или на тройных пересечениях, если изоморфизмы хорошо себя ведут, то пучки можно склеить в один большой пучок. Да? Ну, отлично. Рассмотрим в этом проективном пространстве, значит, в большом проективном пространстве живет многообразие. Рассмотрим покрытие, выкинем все гиперплоскости. Не все, а сколько их нужно, чтобы получилось покрытие. В одномерном проективном пространстве он представляет гиперплоскость. Да? На дополнение к каждой из гиперплоскостей определен пучок. Да? Естественным образом на попарных пересечениях определены изоморфизмы, да, потому что там одни и те же модули цивилизации. Получается пучок. Мы покрыли проективное многообразие оси. Такой пучок, омега-1. Это не просто пучок, а такая штука называется пучок у их модулей. Потому что локальное его сечение можно умножать на функцию. Конечно, пучок Z постоянный на X, он тоже пучок. Да? Но в основном в такой алгебраической геометрии, которую мы изучаем, изучают такие пучки, которые пучки модулей на функции. Такого рода пучки нужно положить. Мы даже дали определение конкурентному пучку. Он не нужен. Оно не нужно будет пока что. Даже для общего, просто для общего образования. Вот. Дальше мы вспомнили, что есть два определения пучка, слоя пучка. Да? Первое определение слоя пучка, что надо у точки взять все более и более маленькие окрестности. Да? И тогда слой такого пучка, он это что-то бесконечно мерное на поле. Что именно мы вспомним через секунду, это важно. А слой пучка бывает тот, который из модуля соответствующего получается как омега-тензор на поле вычислов этой точки. Это по определению то же самое, что омега-тензор на R-фактор по идеалу точки. Вот такой модуль иногда в так. Вот. Это называется геометрический слой. Да? Это как бы то, в чем принимают значение функции. Как вычислить значение функции x квадрат плюс x в точке 2? Ответ алгебраический. Надо взять это самое кольцо функции на x, и отфакторизовать его по идеалу, по рожденному x минус 2. То бишь подставить x равняется 2. Когда мы отфакторизуем это кольцо функции по такому идеалу, мы получим поле k, конечно. И многочлен x квадрат плюс x перейдет в 4 плюс 2 в 6. Да? Это и есть вычисление значения функции. Точно так же здесь как бы вычисляется значение дифференциальной формы. Получается конечно мерное векторное пространство, но мы даже вычислили какое. Это есть канонический для модуля дифференциала, но скорее канонический изоморфизм в другую сторону. M фактор по n квадрат. Бишко касательно это мы посчитали. Чего? Посчитали. А функция f отсюда. F плохо, f у нас всегда в уравнении. Ой, как плохо. Функция g, класс функции g по модулю поля, приезжает g тензор 1. Тогда тензор 1 убьет кучу информации. Как бы все в ростке, кроме значения. Хорошо, значит. Вот это все понятно или квазипонятно? Или непонятно? Как? Вроде понятно. Понятно. Да. Хорошо. Давайте вспомним, какие слои в пучковых. Да, значит, эти слои я буду обозначать так. Значит, Х
Слой пучка обычный, как в теории пучков обычно обозначается fx маленькая, а слой как в алгебраической геометрии, то в этом смысле, обозначается как f от x субстрата. Причем, когда у нас будут такого рода пучки, у нас будут только такие слои точно. Это называется геометрическим слоем еще, потому что это как топологический слой. Это геометрический, геометрия, гибридческая геометрия. Хорошо, значит, а чего я хотел сказать? Кроме того, такой пучок, он не абы какой. На гладком многообразии он локально свободен. Это мы вырисовали. Почему? Это сложно, обсудим через секунду, хотя мы это обсудили. Но сначала вопрос, почему оно на гладком многообразии, как по дифференциальной геометрии локально свободно. Модуль это R в степени F. Такой модуль называется свободным. А пример модуля посложнее, это, скажем, R факторизованная фузиалка. Чего? А бывает еще более сложный модуль. Пучок у X модуля называется локально свободным, если глобально все на F. На каждом достаточно маленьком открытом множестве он устроен как у x плюс у меня. Локально, потому что свободно, потому что локально свободно. Можем ли мы предъявить пример? Можем. Как раз предъявили. Утверждается, что пучок дифференциальных форм на гладком многообразии локально свободный. Что значит локально свободный? Над чем? Над пучком функции. Вопрос. Очень простой. Почему пучок дифференциальных форм на гладком многообразии, как в дифференциальной геометрии локально? У нас есть окрестность, изоморфная РН, да? Во. А на РН монодифференциал будет локально свободен, потому что он стоит. Все, все. Да. А глобально может быть не свободен. Да. А глобально может быть. А вы можете доказать, что пучок, привести пример, когда пучок дифференциальных форм локально свободный, вот это но не глобально свободный. Да? С1. С1. Сейчас докажу, что он локально свободный. Почему S1 глобально? Почему пучок дифференциальных форм на окружности честно? Почему он свободный? Глобально свободный, значит, вообще изоморфный пучок функции. В данном случае пучок функции обозначается как изоморфный. Но это глобально гладкий. Некоторые его обозначают А. Почему? Во. Есть глобальная дефи. Любую дифференциальную форму можно записать как это псида дефи. Все. Устроили изоморфизм на пучок. О. Хорошо. А кто может привести пример не свободного пучка?
пока дистанционно. Какие есть логические пространства? Не, не надо их делать. Я хочу себе сохранить братьевскую диагностику. Почему и на другую точку? Хорошая диагностика. Давайте не будем. Чего? Это очень хорошая диагностика. Давайте не будем. Чего? Это просто выглядит на точку. Да, а то что же это будет? Кто может доказать, что там глобальная свобода? Изоморфия мокрая свобода. Кто может доказать? Заждение. Это гладкое незаконное. Это не я про один на две фильмы. Это же все с вами, да я. Почему? Да, потому что светочки, которые сдают проблемы, не уже хорошо. Может быть, это два? Да, это два. Почему на это два не... Почему на это два не свободны в чёрт? Это, я думаю, все знают. Потому что тогда можно было бы найти двойственную версию в каждой точке и получили бы Если я бы учел на слабами, то двойственная это как касательно состояния. Тогда это означало бы, что есть глобальное, не обращающееся в ноль, векторное поле. А его нет по какой-то сложной теореме, но в которой очень легко поверить. В этой теореме причастия из нее не вижу. Хорошо. Правда, уже на пульсе нет. Хорошо. Я хотел что-то... Да. Почему теперь пучок дифференциальных форм на гладком многообразии алгебраическом? Да, достаточно для всех. Конечно, это же локально. Можно все время судить. Это как-то множество, а если что мы его будет все эти дела. Нет, это очевидно, что если модуль свободный, то локализация свободна по локализации. Это по логике. Если R в степени R свободен от D, то его локализация. Но когда у нас всегда есть секретность, в которой у нас есть как весь пучок, изоморфен пучку, то мы берем модуль и его локализуем. Да, а почему? Можно для этих самых, как это называется, но которые главные скрытые множества. Такое? Да, ну, пусть главное открытое множество, да, конечно. Ну, мы же знаем, как над ними все устроено. Если множество задано это дополнение до замкнутой штуки, то мы же знаем, как все кольца над ними устроены, как там все просто надо связано. Как все модули?
А не правда, что надо выкалибровать ПО? Модули могут быть устроены очень сложно. Пример. Нет, мы уже говорили о проблеме. Рассмотрим кольцо многочленов от двух переменных, каждый x, y. Как устроены над ним локальные свободные модули? То, что мы ожидали, как раз пытались показать, что только. Как устроены локальные свободные модули? Эта проблема все стояла открытая. Конечно, естественно, не против, что их нет. Нет. Иногда вот 30, ну, 30. Чума? 32. Ну вот, здесь специально. Не иначе, как выученный либо Марата, либо Андрея. Скажи, Марата. Нет, вот. В Петербурге вот много говорят про Суслина. А еще? Там Суслин. Что? Там Суслин. Да. Ну хорошо, на круг. Да. На плоской кривой. Почему пучок омега-1С локально свободен?